Решила перебрать ноты, которые у меня накопились за год. И вроде бы получилось избавиться от тех, которые мне не нужны. Но в итоге вот что получилось. На полу ноты, на столе ноты, под столом ноты, около телевизора ноты, на комоде ноты, на фортепиано ноты. Ну ладно, это и так понятно, что на фортепиано ноты, логично. На кровати ноты! Под кроватью! Откуда их столько? Откуда? 2 hours later. Фух, устала все это перебирать, пойду лучше себе чаек налью. Так, стоп. А они тут откуда? Откуда?